Алкоголь может повредить ДНК человека и изменить работу мозга, передают BBC. Ученые Редгерского университета в США изучили ДНК часто пьющих людей. Выяснилось, что у них повреждены гены, которые отвечают за работу биологических часов и реакцию на стресс. Люди с измененными алкоголем генами чаще пьют спиртное, чтобы снять стресс. Получается замкнутый крут. Увеличение количества выпитого повреждает ДНК, что способствует усилению тяги к спиртному. В стрессовых ситуациях. На основе этого исследования ученые надеются создать тест, который позволит определить риск развития алкоголизма у конкретного человека.